гендерных конференций? Да. В Петербурге, да? Да. Уже какие-то видите различия между конференцией там и здесь? Конференция только что началась, здесь побольше народу. Можно, да, показать. Я раньше о Казанском университете слышали? Да, конечно. Может быть, у вас уже здесь есть какие-то научные контакты? Нет, к сожалению, нет. Ага, прекрасно. И ваши первые впечатления об университете тогда? Вы, наверное, здесь впервые? Очень хорошо выглядит, да, я здесь впервые, да. Ага, и ваши ожидания от этой конференции? От чего? От конференции. Знаете, я бы очень хотел, чтобы вот я участвую в этой программе «Мегагрант». И это очень хорошее начинание. Я бы очень хотел, чтобы начальство на высоком уровне услышало вот тоже наши пожелания. Не только, что вот все идет великолепно, но вот у нас есть... А где основные уже... проблемы сейчас у научного сообщества? Организационные. Надо научиться, что такое международная коллаборация, как участвовать в этом. Вот так. В России того опыта не было во время Советского Союза. Прошло где-то 20-25 лет, и только-только начинает Россия вписываться в эту схему. Вот, я думаю, тут есть кое-чему научиться, и в смысле организации.